Так, Василий Николаевич, несколько вопросов. Мы вот эту облепиху в брошенном твоем кусте набрали. Ты не возражаешь, что мы увезем ее? Да, с Богом, берите. Так, дальше. Ты не против, что мы все снимаем и выставляем в интернет? Не против. Не против. Книги, что вот эти, которые у тебя были, мы берем, мы их положим на отдельный стол и объявим, у кого нету денег, а это от твоего имени. Как будто ты подал. С Богом, с Богом. Благословляешь. Ага, благословляю. Чтобы не было разговора, что отняли у тебя или что-то. Да. Мне отнимать не надо, у меня 1000 экземпляров. Зачем это? Тем более это вот истинное православие, повторно 3000 экземпляров. Так, все, давай. Мы сейчас найдем все-таки что-то. Видишь, как? А сразу, если бы они выглядели, дальше-то. У них пока вот его вылетел. А вот этих яблочек можно набрать, чтобы детям дать? Под окном. Ради Бога. Все, с Богом. Так, возьмите где-то какую-то посудину. Да, да вот здесь надо, вот здесь. Вот там, попробуй. Сами, возьми там. Больше нам ничего не надо. Вон там кастрюльки смотрите. Есть. Ну, вот какое-то ведерко найдите, чтобы побольше. Вот это еще в этом горшке. Видишь, яблочки. Вот тебе все подножный корм. Давай. Я, говорит, не собиратель. Ну, возьми что-то там, найди. Там какая-то посудина есть. Вон там ведерко лежит. Ну, давайте эти заберем. Не надо. Сохрани Бог это делать. А те он мы берем только то, что пропадает. Не надо. Что, они не надо же не мысли об этом. Эти вон там ведерко беленько там лежит. Еще какую-то посудинку, а потом ему отдадим. Ну, вон, ну там, правда, маленькие. Вон лежат, возле окна. Вон там, да. А вон там. Ведерки в углу у него стоят. В углу вот стоят. Еще не взял белое вон там. Вон белое лежит-то. Да что, она дырявая или что? Ваза какая-то. Ваза, ну кто бери как раз, и ваза вернется. Она ему не нужна. Иди, набери. Да. Так, еще что-то там. Ребятишкам на стол, это не вон, нам? Вон лучше ведерки есть. Вон там, вон ведерко, вон возьми ведерко. Возьми лучше ведерко, действительно. А то он подобрал где-то вазу. Возьми ведерко два, набей яблочек. Так, там внизу у него ведерки еще есть. А то он подбирает где-то. Но это неплохо. Я пойду тут с ним. Так, это все приведем и сразу на стол для детей. В детскую отнести яблоки. Все. А эту облепиху мы дадим, кто там готовит. Вот Надежда Васильевна может что-то из нее приготовить из облепихи. Она уже с пятницы начинает готовить обед. Стеклу все варит, чистит, сидит. На столах-то идите, это вкусно же. Помыть надо. Так, слушай, мне кажется, надо куда-то вот это увезем, нет? Не прольется дорога. Облепиха-то. Да. Как мы его повезем? Все я знаю. Ну, на руках и повезешь. На руках ты повезешь. Это надо постелить вот и на песок. Так. Ну, надо сперва сделать. Так, подождите. Потом... Подожди, маленько. Видишь, как? А вот тут надо... Чтобы не расколоть. Гляди, гляди. А там, может, и не надо будет. Да, вот здесь немного. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай, убирай. Надо чем-то накрыть. Накрыть, чтобы... Накрыть. Чем накрыть? Ну, вон, чашки у него там. О, вообще замечательно. Мы ее возьмем, чашку. Она не будет плескаться. Я... Плохо вошла. Ну, вообще замечательно. Ну... Да-да-да-да, подожди, подожди, сейчас. Это никак, она не дает вот это место. Ну вот это место. Ну-ка давай. Давай, вытаскивай. Кирпич держи, вытащили. О, вот оно все забито. Все, убирай, нашли. О, ничего себе тут. Так. Давай, во что тебе? Ведро какое-то поганое. Туда сейчас посыпется сажа. Дай сюда. Давай, быстро. Ну и все на этом. Сейчас сажа будем. Посмотри, как посыпется.
Да. Давай быстрее. Быстрее это. Да вон это желтое ведро, дай, брат. Желтый. Ну или это давай тази. Давай тази. Какая разница-то? А вот то черное ведро, какое у тебя? Ну, поганое тоже. Тоже поганое? Ну, давай вот его. Так, ну поскорее тащи это, ставь в костыре, время-то нету. Тащи вот эту длинную, как тазик. Длинную, как тазик, да, которую я в окно не дал. Тащи быстрее. Все, понятно. Она же посыпется широко, мимо ведра. Поставляй рядом. Совсем не туда тащишь. Держи. Полностью забито, все. Так, где у тебя это, который ты бил? Вот, дай-ка. Клюку. Давай, держи. Держи тазик. Ой-ой-ой, вот разбили мы здесь. Действительно, вон она, какой канал у него, куда идет. Угу. Вон она где. А там еще один идет какой-то, да? Ну да, где-то вон она. Видишь, откуда? Почему она вон, там? Вон, соседский видно, вон. Ну это нам не нужно вот этого даже совсем. Сиди, он там собирать яблоки. Смотри, что из другого соседнего вытаскиваю. А клюха у тебя есть? Есть. Давай. А вон она на полу. Вот. Доверху забито. Как она бы топилась? Вот теперь мы сколько искали, все оправдалось. Сейчас ты дрова будешь колоть сырые. Затопим один раз. Если печка не затоплена, значит еще она не отремонтирована. Телефон у вас. Говори. Говори. Сегодняшний день твой, все, больше на неделю не просись. Давай с Богом. Ограничение Надежда Васильевна поставил, чтобы за ней машина ездила один раз в неделю. Буквально измордовала эту Татьяну. У той своя семья и каждый день по городу бабку катает. Ничего не понимают. Мы же ответственны перед Богом за это. Что, этот выбивать? Нет. По смыслу, да. Ну так сначала надо будет поставить, наверное, этот, чтобы она не упала. Понимаешь как? Я не знаю сейчас, что зачем сделать. А может, сумеем здесь достать. И мы же не узнали, откуда идет и чего. Это духовка. Ну. А на чем она стоит? И они по ней сделали, это совсем-совсем маленький. Ну вот на этом ребре она стоит. Ну да, на этом стоит она, и пробовать нельзя. Ну теперь дальше-то нам надо... Куда-то? Мы не знаем, куда она дальше-то идет. Где-то там, видимо. Вот, там, видимо. Видимо-невидимо. А видимо-невидимо, это надо, значит... Вот второй, наверное, убирать. Нет, нельзя. Нельзя, второй, да? Рядом нельзя. Угу. Это тогда поставить, и через один вот начать поубивать. А этот не трогать. Держи. Сейчас я покажу, где заканчивается. Вот. Вот это надо теперь выбивать. Там, брат, надо у тебя эти помидоры. Нормально. Убить. Смотри, вот какой маленький кирпичик. Во! Помидоры-то надо было убрать оттуда. Понял, Василий Николаевич? Быть печником очень выгодно.
Что-то, все? Хорошим печником, конечно. Посмотри. Я видел, потому что там пообедаешь. Я не стал собирать. Угу. Подножный корм поставил. Ну как, если печка не топится, я живу на подножном корме. Пришли дети к Иоанну Крестителю. Дай нам яблочко. Я на подножном корме поставил. Идите отсюда. Самому если что. Какому ты подражаешь Иоанну Крестителю? Урой с Николая назови. Алло. С миром. Это который ты ему давал уже. Подожди-ка. Хорошо. Позвоню. Его надо шевелить. Ага. Ладно, понял. Все, кажется, маленько шевелиться начинает. Чтобы надо через него, чтобы высыпалось. Так, сейчас. Игорю буду звонить. Соседний, соседний. Соседний ушел. Урагана не хочешь? Вот этот ушел? Ну. Да его и выбери. Не надо, убери руку, что ты делаешь? Да он уже шевелится. Вот это все висит на нем. А на него упирается вот эта вот жестинка. Ты что делаешь? Я заплачу. Давай вытащим. Ну вытащили дальше. Духовка пошла вниз. Еще дальше будем делать. Хозяин, вот. А духовка, она вот. Согласился с этим. Еще раз говорю, вот эта стенка пойдет. Вот эта стенка-то вся пойдет вниз. Вечером. Это кирпич, это самая основа, держит ее. 100 рублей за выбор. Ничего не лезь, не делай. Мало, согласен. Может, они не согласятся. Главное, вплотную все сделано. То есть, тонкий-тонкий слой вообще глины был сделан. Экономно. Так, Василий. Ставь сюда тазик. Вот оно все. Мы вышли. Как говорят, это практически простор. Ну, теперь стала понятна вся история. Теперь надо узнать, куда дальше идти. Все уберешь. А там понял, нет? Ну, так, я не буду жить. Она не дает, потому что стоит там, та на таран такой. Ну все, не трасти больше, побереги.